друзья мои, наверное, нет, хотел сказать, в Советском Союзе, да, собственно, уже можно так говорить, человека, который не знает имя композитора Арно Бабаджаняна. Его песни всегда были очень популярны в народе, тем более пел всегда Муслим Магомаев эти песни. И вот одна из песен Арно Бабаджаняна, которая называется «Воскресенье». Поет тот же, аккомпанирует те же. Подмигну.